Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня у нас будет новый видосик по Мазингу. Сегодня я буду играть на первом сервере. Итак, чуваки, я, как и обещал, сниму видос по того, стоит ли покупать вот эти особняки для Фомы за 30 миллионов. Подробно сегодня расскажу, почему это... Ну, короче, плюсы и минусы расскажу насчет этих особняков. И давайте начнем с того, что на первом сервере их купили всего лишь два. Да. Вчера вообще я катался и ни одного не купили. Купила вот эта Фома, купила Носов, называется Фома. А та Фома купила вот еще один дом, называется Фреш Фома. По-моему, вот Фреш Фома в топе есть 10, а Носов Фомы нету в топе. Но все равно они купили себе дом. Ну или кто-то из главных их купил дом. Стоит ли покупать вообще этот дом или нет? Давайте перейдем к плюсам, я думаю, сначала. Какие плюсы в том, что вы купите такой дом? И какие минусы? Плюсы в том, что это будет, можно сказать, эксклюзивный дом. Потому что всего таких домов на сервере 12 штук. То есть вот все они. Их 12 штук всего лишь. Можно сказать, что это эксклюзив. Это плюсик такой. Небольшой плюс, ну, я чисто так, небольшие такие плюсы, то, что, как бы, у вас будет один из этих 12 домов, то есть эксклюзивный дом, там все дела. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Ну, эксклюзивен то он только внешностью и месторасположением, больше ничем. Какие еще плюсы? То, что когда вы покупаете дом, вам дается вместе с ним вот такой вот вертолетик Маврик. Каждой Фоме, каждому дому дается такой вертолет Маврик. Это тоже плюс. Ну, я думаю, на этом все плюсы заканчиваются. А нет, еще плюс есть в том, что кто будет состоять в вашей Фоме, он может жить в этом доме, да. И сможет даже спавнить автомобиль. Это тоже плюс для тех там, у кого не будет дома из Фомы. Там и так далее. Это большой плюс для тех людей. Но в целом больше плюсов нету. Какие минусы? Вы за эти 30 миллионов получаете старый интерьер, какой есть в любом элитном доме. То есть в доме высокого класса. Я считаю, это полный бред, потому что можно было бы хотя бы сделать крутой интерьер. Понимаете, они добавили вот эти особняки, какие дорогие, по 30 миллионов. Тем временем, когда на Рублевке... На Рублевке никому нахрен не нужны дома по 20 миллионов. Смотрите, просто их тут куплено, ну, штук 8 максимум. А всего их тут штук 30, наверное. Ну да, их, видите, тут куплено очень мало, если вы посмотрите на мини-карту. То их тут куплено, ну, 6-7 домов. А вы добавили дома, какие стоят по 30 миллионов. Ну, я думаю, это очень даже нелогично. Сделали бы хотя бы эти дома подешевле, что ли. Как бы, потому что если эти никто не берет за 20 миллионов, а вы добавляете вот такие вот дома. Да, это для Фомы дома, но все же 30 миллионов, пацаны, это деньги очень немалые. Это очень деньги немалые. За эти 30 миллионов можете купить себе охуенный дом высокого класса и охуенные 3 машины на блатах. И какой-то бизнес, возможно, понимаете? Поэтому тут уж очень тяжелый выбор. Их покупать смогут только именно мажоры, понимаете, мажоры. Именно мажоры смогут покупать эти дома. Если у вас маленькая Фома, там, допустим, маленький актив, там, вообще людей по 5 человек, то и вам нету смысла покупать именно для Фомы. Вы можете просто взять, купить этот дом для себя. Да, вы можете спокойно взять и купить этот дом для себя, и все, и вы будете жить в вот таком охуенном, типа, доме.
Но внешне он-то охуенный, а в середине, как мы видим, это обычный интерьер высокого класса. Как бы, ну такое, реально такое. И стоимость его 30 миллионов. Особняк. Класс особняк. Хотя, блин, здесь просто обычный интерьер дома высокого класса. Возможно, в будущем, не спорю, интерьер заменят. Но на данный момент я считаю, что покупка такого дома вообще не нужна для Фомы. Общак есть и в банке. Что вы получаете? Там чекпоинт вот такой вот есть. Сейчас я вам покажу. У меня что-то в дом, кстати, не заходит. Сейчас я покажу вам чекпоинт этот. Сервак, походу, лагает. А, во. Вот, смотрите. Просто дом, интерьер высокого класса. И вы здесь, вы сможете, по-моему, информацию смотреть и забирать свою машину с помощью этого чекпоинта. То есть, вы там, допустим, состоите в этой семье. Появляетесь, короче, типа, вот здесь. Выходите такие вот, выбегаете, забегаете на чекпоинт, там потом выбираете забрать свой транспорт, и все. И можете просто посмотреть информацию, вот, у вас будет вот такая вот тема выскакивать. Вот, вот такая вот информация у вас будет. Ну, как по мне, ну, такое себе. Можно было функционал сделать побольше, на самом деле. Потому что, ну такое себе, да. Серьезно, ну, такое. Я, на самом деле, удивился, что их купили довольно-таки мало. Их реально купили довольно-таки мало. Я думал, их сразу выкупит там Фома, какая на первом месте. Это Фриман, и на первом месте в топе. Если пишете команду вот топ, то здесь есть топ семей. И Фриманы не купили себе. Не купили себе этот дом, хотя у них вообще ки лежит 200 миллионов, понимаете? Потому что они сознают, что это полная хуйня. Что им это пока что не нужно. Возможно, когда улучшат всю эту систему, когда сделают обновление, и здесь будет больше функционала, они его купят. Но в данный момент они покупают, что... Ну, понимают, что он им не нужен. Он им не нужен. Хотя, по-моему, если я не ошибаюсь, то именно основатель этой Фомы Фриман, это, по-моему, администратор Том Фриман. Может, я ошибаюсь, кто знает, напишите в комментариях. Ему же нельзя, по идее, иметь дом, или можно, я просто не помню. А не, можно админом иметь дом, что-то я бред сказал. Ну, короче, не знаю, они, видите, не купили никакой себе дом. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Так, продолжаем. Ну, давайте подытожим, в принципе. Покупать этот дом чисто для себя не имеет никакого смысла, потому что, ну, вам тогда не нужен будет функционал в доме, то есть, чтобы люди забирали свои машины. И тем более, ну, как бы, особняки, я грубо говоря скажу, что это сделано для того, чтобы вы всегда были с семьей, то есть, чтобы вся семья жила в одном доме. Но я не уверен, что все захотят продавать свои дома. Вот, например, я очень редко меняю дома, просто очень редко. Поэтому, я думаю, тоже есть такие люди, как я, какие любят свой дом, не хотят его продавать и хотят жить только там. Поэтому, как бы, тут уже спорно. Покупать этот дом ради вертолета, это тоже полный бред, потому что в любой момент можно поехать в Ржевск и арендовать за 25 тысяч вертолет и спокойно на нем налетать. И не тратить какие-то 30 миллионов, чтобы летать на вот таком вертолете, потому что это может сделать любой, как бы, это не пиздец прямо, ого-го, что у вас есть вертолет. Да, это, грубо говоря, ваш личный вертолет, ну, как бы, ваш личный вертолет, но любой может просто потери давать за 25 тысяч и спокойно тоже на нем летать. Я думаю, в этом ничего тоже такого пиздец нету. По интерьеру, не знаю, вон такой самый интерьер у меня в доме, и мне он, да, нравится, но, блин, это ж особняк. Он, как бы, и больше намного, чем мой дом. Я думал, интерьер будет как хотя бы в русской мафии, там, ну, это теперь чеченская мафия, либо как в итальянской мафии. Точнее, как итальянская мафия, это теперь чеченская, а русская мафия осталась русской. Ну, короче, вы поняли.
Я думал, хотя бы такой типа интерьер будет, но нет. Оказалось, что они не поменяли интерьер. Возможно, повторюсь, в будущем это произойдет. Но в данный момент никакого смысла покупать этот дом, если у вас небольшая фома, если у вас актив фоме маленький. И то нету никакого смысла, потому что, ну, вы, грубо говоря, будете сами там жить в этом доме. И все, как бы, вот в чем прикол. И, скорее всего, если у вас не будет фомы, то вы не сможете купить себе этот дом. Я так думаю. Да, их можно перепродавать, кстати. Вы сможете потом продать его другому игроку. Но видите, их всего лишь куплено 2. Возможно, там через месяц больше людей их купит. Но я не думаю. Я уверен, что у фам есть деньги на эти дома. Но они просто не видят смысла в нем. В нем, короче. И правильно это делают. У каждого, в принципе, свое мнение, но я вам рассказал, почему. Какие у него плюсы вот этого, у этого особняка, какие минусы. Ну, тут уже решать вам, в принципе. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.